Москва, центр сантехники. Краснодар, центр сантехники. Черкесск, ООО «Промхим» и база «Стройдвор». Город Москва, компания «Койка». Компания «Центр сантехники», город Симферополь, Республика Крым. Город Волжский, фирма «Кит». Гиркен, Москва. Компания «Центр сантехники» в 2010 году стала инициатором новаторской формы бизнес-общения. Деловые встречи и обучение были перенесены из душных офисов на лоно природы. Прошло 6 лет, и я вижу, что география продаж у нас сильно расширилась. Мы со многими клиентами создали дружеские, партнерские отношения. Это помогает нам увеличить обороты по всем брендам. С заводом очень интересно. Все заводы, безусловно, очень интересны. И они заявки еще за год уже оформляют заявки, чтобы участвовать в этих мероприятиях. Те вложения, которые делает завод, участвуя в этих мероприятиях, они, безусловно, выгодны. Потому что у нас большая география продаж. Несколько раз в год в разных городах России розничные продавцы, представители сетевых магазинов сантехники, интернет-продавцы собираются под флагом Центра сантехники и заводов-соорганизаторов. Подобные неформальные легкие встречи приносят свои бизнес-результаты, которые отражаются в реальных цифрах и большом количестве новых деловых партнеров. Если мы это проводим, значит, действительно от этого получаем определенную выгоду. Вот. Показывает динамика порядка 20% или 30% даже в некоторых регионах увеличение оборота после таких мероприятий. То есть лояльность клиентов по отношению к нашему бренду, она действительно увеличивается. Лояльность по отношению к нашим дистрибьюторам также она увеличивается. Люди начинают понимать некоторые детали, которые они раньше не знали после таких мероприятий. Вот. То есть мы проводим это для того, чтобы менеджеры могли полностью знать наш продукт. То есть они не испытывают трудностей во время общения с клиентами, а наши клиенты, они очень специфичные, могут задать такой вопрос под ковыркой. Вот. Поэтому после этих мероприятий действительно менеджеры могут ответить смело на любой вопрос. Многие участники являются гостями подобных съездов не в первый раз. И на момент 2016 года было проведено не меньше 10. Но каждый раз неформальная обстановка только способствует деловым контактам, безбарьерной среде, в которой стираются границы и идет системный обмен опытом и навыками. Такие встречи с клиентом в офисе не дают вам возможность все получать. Но когда такой свободный момент, они более откровенны и вам говорят больше, чем который будет в формальном месте. Тогда развивайте себя больше деяний. Хочу поприветствовать вас от лица руководства Центра сантехники. Пожелать вам хорошего обучения, отдыха. Если говорить о процентном соотношении роста продаж, это сложно, но порядка 10-20%. Самое главное, на что мы рассчитываем на подобных мероприятиях, это не просто продажи, но и то, что клиенты могут с нами поговорить, задать нам вопросы, познакомиться с нашей продукцией. Такие встречи — это возможность пообщаться и хорошо провести время, и это, безусловно, положительно влияет на качество бизнеса. Программа двух дней неформальных встреч всегда предусматривает нечто увлекательное, что дарит гостям новые эмоции и впечатления. Такие встречи становятся настоящим тимбилдингом для всех участников.
Как вам поездочка? Отлично. Не холодно? Не, жарко. Супер, мокро. Хорошо. Обалденно. Мы первые. Понравилось? Очень. Но мы, правда, и на мель сели 3 раза. Зато командный дух. Ребят, ну как вам понравилось? Встречи компании «Центр сантехники» оставляют ощущение сплоченной команды и дают силы на будущий бизнес-год. И, конечно, оставляют массу положительных эмоций. Люди сближаются действительно с разных регионов, происходит какое-то вот слияние знаний, опыта там определенных месторасположений России. Ну и, безусловно, это обучение бренду. Общаемся с клиентами, весело, отдыхаем, любим свою компанию. Хочется узнать большего всего. Ну и, соответственно, отдых – это тоже немаловажно при наших работах. Во-первых, узнаешь людей поближе и интересное общение. Во-вторых, узнаешь что-то новое всегда. Приятное общение, много друзей, много полезной информации, хорошее настроение. Ну и молодцы, Центр сантехники. Еще приедете? Да, будешь? Обязательно. Как было? Супер, круто. Нам грустно.